Изготовление печатной платы методом LUT, лазерно-утюжной технологии. Имеется зачищенная плата, обезжиренная. Имеется на толстом из-под журнала листе распечатанный макет платы в зеркальном отображении. Утюг, максимальная температура без пара, чистый лист. Аккуратно накладываем чистой поверхностью. Вот должно выглядеть сейчас примерно так. Фиксируем, переворачиваем, кладем, накрываем листом А4 чистым, начинаем утюжить. Утюжим примерно 1,5 минуты. Время пошло. Минуты 15. Выключаем. Может, чтобы немножечко подостыло. Если с бумагой все нормально, то она должна вот так оторваться. Буквально соскальзывать. Все готово. Итак, продолжаем. Вот в руках у меня плата. Ранее изготовленный макет платы. Просверлил отверстие в уголках. Вставил для удобства ниточки с каждой стороны. Использую текстолит двухсторонний, но это абсолютно не обязательно, просто не осталось у меня обычного текстолита одностороннего, осталось только двухсторонний. Ну, неважно, вытравится все. Так, что нам нужно? В первую очередь, нам нужна емкость. Емкость, где все это будет как бы происходить, процесс травления. Пластиковая, естественно, да? Среда у нас достаточно агрессивная. Пластик не разъест. Далее, какие компоненты? Мы берем лимонную кислоту. Самую обычную лимонную кислоту. Эта упаковочка 15-граммовая. В любом магазине продается, не знаю, хватит, не хватит, но сейчас посмотрим. Так, раз. Ну да, этого откровенно мало. Открываем вторую. Да, вот это количество я уже вижу нормально. То есть, ну, получается у нас 30 грамм. Точно пропорции можно не соблюдать, как, ну, примерно. Далее, второй компонент. Это соль. Соль обычная. Пищевая поваренная соль. Добавляем, ну, тоже на глаз. Я, так сказать, по кучкам меряю. Ну, не знаю, сколько здесь? 2, что ли, может, столовые ложки? 3. Ну, где-то так. Этого будет достаточно. Вот, то есть у нас уже два компонента. Третье. Это раствор перекиси водорода. Перекись водорода 100 мл 3%. Стоит что-то рублей там от 6 до 10 рублей. В любых аптеках она есть. Выливаем. Все это дело выливаем. Так, все, полностью вылили. Теперь все это дело нам надо перемешать. Ну, я буду использовать зубную щетку, естественно, старую, не той, которой пользуюсь сейчас по прямому назначению. Почему именно зубной щеткой, ну, попозже вам будет понятно. Ну, сейчас все это дело, как вы видите, да, оно абсолютно нерастворенное. Сейчас нам все это надо размешать, все это дело растворить. We'll be right back.
раствор у нас готов. Теперь, собственно, берем плату и ее туда погружаем. Растворилось все, никаких фракций не осталось. Опять же, да, вот ее вид. Скоро вы увидите, что с ней происходит. Погружаем плату полностью. Ну и должно пройти какое-то время. В общем времени, ну вот сейчас давайте посмотрим, сколько у нас времени. Так, наверное, вот так будет удобнее, да? Время у нас ровно 5:30, то есть очень удобно, да, у нас получается. Часы вот я, наверное, оставлю здесь, чтобы видно было, как часто подходить. Не знаю, блики дают, наверное. Вот так, наверное, нормально будет. Вот, как видите, уже плата маленечко поменяла в цвете. Появились пузырики, для чего нам нужна зубная щетка. Зубной щеткой мы начинаем так время от времени снимать вот этот слой, вот эти пузырики разгонять. Ну, как видите, уже начинается раствор изменять свой цвет.
Так, ну, тут уже, похоже, финиш не за горами. Нет, все-таки еще немножко осталось. Да, попробую сейчас приблизить, чтобы сфокусировалось. Не хочет, да? Ну-ка. Видно, наверное, что на пятачках и между дорожками снизу еще остались такие медные вкрапления. Не дотравилось. Ну, оставляем. Я думаю, что вот у нас прошло уже, как видите, 25 минут почти. Я думаю, еще минут 5-10. Время ровно 6, как вы видите. Ну что, давайте посмотрим поближе. Да, сейчас можно видеть, что все протравилось. Эх, не хочешь фокусироваться. Все протравилось, не осталось ничего лишнего. Теперь остается ее вымыть, собственно, вылить эту жижу бирюзового цвета, вымыть обычной водой проточной, высверлить отверстие, залудить, ну и уже можно будет паять.